Включаем прибор для замера. Выбираем второй режим. Поехали, 10 секунд. Двадцать импульсов, что вполне допустимо, допускаю ее. Включаем второй раз. И смотрим, уже 37. Я заметил, всегда первый раз в два раза меньше почти, второй раз в два раза больше. И чем дальше ты меряешь, тем больше это значение. Тут доходило у меня до 120. Вот, смотрите, третий раз. Почти 60-58. Ну, вот так же. Сейчас так же. И вот уже 76. И так дойдет до 120.